Здравствуйте. На конкурс дети читают стихи. Ожерельев Данил, 8 лет, Агния Барто, в защиту Деда Мороза. Мой брат, меня он перерос, доводит всех до слез. Он мне сказал, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он мне сказал, в него не верь. Но тут сама открылась дверь, и вдруг я вижу, входит дед. Он с бородой, в тулуп одет, тулуп до самых пят. Он говорит, а елка где? А дети разве спят? С большим серебряным мешком стоит обсыпанным снежком в пушистой шапке дед. А старший брат твердит тайком, да это наш сосед, как ты не видишь, нос похож, и руки, и спина. Я отвечаю, ну и что ж, а ты